Вчера под самым голосистым храмом в самом центре Екатеринбурга случилось ДТП на пересечении транспортных артерий имени красного командира Малышева и красных дней календаря 8 марта. И оба участника по этой самой женской улице к месту стыковки и подъехали с разных сторон и с разной скоростью. 12-летний Ford Focus с ребенком на борту приехал со стороны площади 5-го года и со скоростью 0 км в час ждал, когда проедут встречные, чтобы повернуть налево. В их числе был, точнее, затесался в их число зеленый пазик 81-го маршрута, соединяющий бывший овощесовхоз Свердловский с бывшей фабрикой «Авангард». В ее направлении как раз и спешил он, закусив у дела, пока конкуренты не увезли у него всех пассажиров. Естественно, когда все попутные легковушки встали под желтый, он себе такой роскоши позволить не мог и полетел дальше, намекая окружающим, что вынужден, не прибегать же ему к экстренному торможению. А водитель «Фокуса» как-то не догадался, что этот специфический участник ДД на правила ДД обязательно наплюет и не дал ему закончить маневр левого поворота. В результате есть контакт, и оба никуда не успели. В легковушке сработала подушка, от которой пострадала 5-летняя девочка на переднем сиденье в детском кресле. Ее вместе с мамой до больницы подбросил проникшийся водитель-очевидец. Скорая могла понадобиться кому-то в автобусе, где человек 8 попадали в проход, однако, как выяснилось, никто из них не травмировался.